сказал Иисус, и то повеление, которое дал Он нам, оно уже наше. Запомни, что у тебя есть сила и власть. У тебя есть сила и власть. Что свяжешь на земле, то будет связано на небе. И то, что ты освободишь на земле, то освободится на небе. Связывай и освобождай. Связывай и освобождай. Связывай свою нищету. Освобождай богатство в Духе Святом. Связывай свою нищету. Я говорю не про деньги. Я говорю про Дух Твой. Связывай нищету Духа Своего. Освобождай свою нищету.
Свят, 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 святой.
поклоняемся Тебе, святой Бог, Бог поклон, Царь царей, мы превозносим Тебя, святой, святой. Прикоснись к нам сегодня через это поклонение, прикоснись нам сегодня через Божье Слово. Пусть наши уста, они будут открыты. Пусть наши уши духовные, они будут открыты. Дай нам принять сегодня эту Божью правду. Помолись этой простой молитвой, скажи: Дух Святой, дай мне принять все, что Ты приготовил для меня сегодня, лично для меня. Я хочу это принять. Я хочу услышать ответы на мои вопросы. Я хочу принять эту правду для себя. Также помолись, скажи: не дай мне ожесточить свое сердце на то, что я буду сегодня слышать. Дай мне это принять. Попроси, чтобы Он дал свежую манну на сегодня. Это свежий хлеб, который Он сегодня приготовил для каждого из нас. Дух Святой, дай нам этот свежий хлеб. Дай нам способность принять и растворить это слово. Растворить это слово. Всегда молись такой молитвой: Господь, дай мне быть лучше, чем вчера. Запомни, лучше, чем вчера. Дай мне быть лучше, чем вчера. Я также молю тебя, прикоснись каждому. Зажги, пусть поднимутся лидеры. Пусть поднимутся дети Бога. Прикоснись к молодежи, Господь. Зажги, чтобы они показали живую церковь. Чтобы они показали живого Бога на этой земле. Пусть помазание будет вдвойне на них. Они наши руки, они наши глаза. Пусть слава Божья будет вдвойне на них. Дай нам увидеть свое Божье Царство через них. Мы благословляем наших детей. Мы благословляем молодежь. Пусть Твое Царство Божье распространяется через них по этой земле. Господь, ходи своими ногами по этой земле. Пусть сила Божья будет высвобождаться через них. Мы благословляем это начало, это движение Духа Святого в России, в Москве. Пусть это все распространяется. Пусть все люди спасутся. Мы молим Тебя сегодня за Москву. Господь, приди сегодня в каждую семью. Я хочу сейчас помолиться за отношения между мужем и женой. Я чувствую, что кто-то сейчас находится, вы проходите определенную духовную атаку. Есть какое-то давление, вы не понимаете, что происходит. Вроде все нормально, но из чего-то получается просто какой-то расклад, и вы не понимаете, что происходит. Я хочу помолиться сегодня, благословить каждую семью. Запомните, враг, он всегда будет пытаться разрушить то, что Бог созидает. Господь, мы благословляем каждую семью, которая здесь, которая просто живет в этом городе. Может быть, они даже не знают Тебя. Мы молим Тебя, как церковь, за их защиту. Пусть придет Твоя любовь в отношения. Любовь. Пусть никто не доказывает, кому кто прав, кто виноват. Пусть просто придет Твоя любовь, которая исцелит раны, которая восстановит семью, что семья будет еще лучше. Еще. Ты оставляешь лучшее вино на потом. Влей это лучшее вино, чтобы отношения были еще лучше. Еще лучше. Мы благодарим Тебя, Святой Дух, за то, что Ты посещаешь свой народ. За то, что Ты всегда посещаешь свой народ. Я благодарю Тебя за каждого человека, лично это благословение для меня. Быть рядом с этими людьми, Господь. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя. Дыши, двигайся, Святой Дух. Давайте воздадим Ему всю славу. Это вы как будто не ели, может, еще раз. Аллилуйя! Хорошо, присаживайтесь. Давайте поблагодарим прославление за то, что они старались. Можете поаплодировать. Знаете, у некоторых из вас лица поменялись. Появилась улыбка, это уже хорошо. Это результат. Знаете, церковь — это место для больных. Аминь.
Иисус говорит, что люди здоровые имеют нужду, поэтому это нормально. Если ты приходишь на собрание, ты проходишь какой-то процесс, тебе тяжело, трудно, я скажу, что это нормально, расслабься. Если было бы все хорошо, что значит что-то не так. Поэтому приготовься. Знаете, я заметил такой момент, когда люди приходят, да, вот из других церквей. Ну, привыкли, что прославление такое быстрое, и все, и быстро закончились, сели на свои места и сидят, и ждут уже, пока слово будут проповедоваться. Вы знаете, что на небе никто проповедовать не будет? Кто знает? На небе будет поклонение. На небе будет общение с Богом, поэтому привыкайте. Библия говорит, что Бог ищет поклонников. Он ищет тех людей, кто поклоняется Духом, поэтому это важная часть. Поклонение нужно для того, чтобы открыть нам свободный вход. Хорошо? Давайте поприветствуем нашего брата Сергея, пожалуйста, нам. Это наш брат, гость. Да. Что-то вы как-то слабо. Давайте еще. Благодарим Бога за него.